Всем привет! Мы находимся в прекрасном вип-зале кинотеатра «Корстон», и это новый выпуск программы «Киношка» на канале ОТВ с нашим обзором киноновинок недели с 12 по 18 мая. Посмотрев наш выпуск до конца, вы будете знать точно, что посмотреть в кино. Поехали! И первая наша новинка – сногсшибательная российская комедия «Ботаны супербаба». Наш главный герой Иван – скромный ботаник, работающий в лаборатории Сколково. Однажды он решает украсть робота-андроида, приделать ему голову первой школьной красавицы и отправиться с ней на выпускной. Тут и начинаются все наши самые прикольные и смешные приключения. Смотрим трейлер фильма. Ты мыслишь. Ты личность. И твоя личность мне не безразлична. Я боевой андроид. В случае угрозы военный протокол в приоритете. Как же с вами роботами тяжело. Ботан и супербаба. Следующий наш фильм с главным героем боевиков Голливуда с Лиам Нисоном. Картина называется «Флэшбэк». Наш главный герой – киллер, для которого нет ничего важнее, чем его кодекс. И чтобы его не нарушать, он вынужден вступить в смертельную схватку с ФБР и с главарями мафии, потому что кодекс киллера важнее всего. Я плохой человек. Был таким всю жизнь. За следующий контракт мы заплатим 10 миллионов. Нет. Отмени контракт. Я не беру заказы на детей. Слушай меня внимательно. Девочку никто не тронет. Отвечаешь за нее жизнью. 13-летнюю девочку перевезли в приют. Где я вчера был? Здесь. Что-то не так? Уверена. Наши думают, что это внутренние разборки между профи. Полиция, Винсент Сера. Я не могу все делать за вас. Кто это? Вы слишком медлительные. Они должны заплатить за то, что творят с детьми, а вы ни хрена не делаете. Он охотится на преступников, которые ушли от нас. На чьей стороне ты на самом деле? На стороне правосудия. Флэшбэк. Как же в нашем обзоре без ужастика? Следующая наша картина «Заклятие. Спуск дьявола». Очень качественный и крутой фильм ужасов, который расскажет о семье из 4 человек, которые приезжают в свой новый дом, который находится во власти странной сущности. И чтобы спасти души, им придется победить самого дьявола. Обалдеть. Да, впечатляет. Что это? Раз, два, три. Она не могла убежать. Что-то случилось в подвале. Я боюсь его! Там что-то есть. Это не просто рисунки, символы сатаны, обращенные к нему надписи. Все это кусочки пазла, видишь? Вам никто не рассказал мрачную историю этого дома? Заклятие. Спуск к дьяволу. И в завершении нашего обзора прекраснейшая анимация для девочек «Сияющая звезда». Наша главная героиня Гера участвует в шоу талантов «Лунная королева», в котором она обязательно должна победить, как и ее мама когда-то много лет назад. Смотрим трейлер мультфильма. Шоу талантов начинается! Лунной королевой может стать только самая способная звездочка. Готовьте ваши лайки! Ты должна уважать публику. Я ухожу из школы! Ты же все потеряешь! Ну и прекрасно! Ты очень нужна нам! Не приходи больше сюда! Мне нравится быть всегда одной. Разделенное горе – половина горя. Разделенная радость – двойная радость. Потрясающее шоу и хореография. Уникальная анимация в стиле кей-поп. Я так тебе рада! Ты сможешь исполнить свою мечту! Они смотрятся очень хорошо, но я бы не спешил их поздравлять.
Смотрите, это звездопад! Загадывайте желание! Сияющая звезда. И в завершении нашего выпуска разыграем два билета в кино. Давно в кинотеатрах не было фильмов с крутыми голливудскими звездами. Мы рады, что на экранах на этой неделе выходит фильм «Флэшбэк» с Лиэм Нисоном. А скажите, какой фильм с Лиэм Нисоном стал самым кассовым в кинотеатре «Корстон»? Кто назовет быстрее правильный ответ, тот и получит два заветных билета на «Флэшбэк». Ваши ответы оставляйте ВКонтакте ОТВ под данным выпуском. Это была программа «Киношка». Пока!